Всем огромный привет! Сегодня я забежал в 7-й континент за небольшими покупочками на ужин и решил сделать совсем небольшой коротенький обзор, но он будет очень информативный. Итак, я купил вот такую селедочку меридиан в винном соусе, винной заливке. Я буду сразу показывать цену. Обошлась она всего в 59,90, вот эта упаковка. А так она, по-моему, около 80. Я взял практически все по скидке. Также, такие сосиски строже ГОСТа. Я их купил за 76 рублей. Вот эта упаковка. Сверху лежала срок годности до 19.04, а сегодня уже 21. Я уже думал, что не буду их брать, но покопался и внизу нашел срок годности до 23. Через 2 дня истекает. И я вот такие вот взял. 7-й континент хотел меня надуть, но я надул его самого. Дальше. Вот такой сок Сантал лесные ягоды. Тоже был по скидке. Правда, он называется напиток. 49,90 за литр. А так он 100 рублей стоит. Также мой любимый очаковский квас. Наступают уже теплые денечки. Я начинаю покупать квас. Вот эта 2-литровая бутыль тоже 49,90. Ну и последняя покупка, она без каких-либо скидок, просто мне понравился этот дренаж. Я не буду его слишком трогать, потому что он сыпется. Вот, он обошелся в 30 рублей. Вот, итого на 276 рублей мои покупочки. Вот, бывает в 7-м континенте иногда такие товары по скидкам. Если успешно их купить, то можно сэкономить. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мои обзоры. И пока, до новых встреч.